Вітаю! З вами Ігор Пох та програма «Похфактум». Мій гість – Олена Бережна, медіа-експерт. Вітаю! Добрий день! Лен, ми з тобою колеги давнішні, поэтому нам не грех поговорить о теме, которая нам близка, и ну, говорить о том, что мы знаем об этой теме все, не приходится, но тем не менее мы подкованы достаточно. Я хочу поговорить об информационной составляющей нашей жизни, о медиа. О тех медиа, которые нас окружают, о том мире информационном, который нас окружает, и что происходит, собственно, в информационном мире. Вот я позволю себе маленький кусочек зачитать. В 2012 году мне попалась на глаза заметка под названием «Проданные журналисты». Есть там любопытный кусок текста, стопроцентно отображающий, к большому сожалению, нашу реальность. Дело в том, что все, буквально все, без исключения провинциальные средства массовой информации, ну, не обижаемся за слово «провинциальное», мы живем не в столице, да, живут не за счет подписки и не за счет розничных продаж, и не за счет рекламы даже. Они все живут за счет договоров об информационном обслуживании, которые заключают с местной властью. То есть каждый губернатор, мэр платит своей местной газете, своему местному телеканалу или своей местной радиостанции за то, чтобы журналисты рассказывали, как начальник разрезал ленточку, как проводил новогоднюю елку, как поздравлял ветеранов, как встречался с передовиками труда. И журналисты рассказывают про это, делая свои издания день ото дня все скучнее. Их продали, но их это устраивает. Вот такое. Это не мой текст, да, повторюсь. Но, тем не менее, очень-очень все похоже. Я говорю, что это 2012 год, 5 лет прошло. Что изменилось? И изменилось ли вот именно в этой сфере? Ну, наверное, под каждым словом можно расписаться даже на сегодняшний день. Но я думаю, что изменилось не только в 2012 году, а в принципе, когда эту эру начали называть информационным миром, информационной эпохой, наверное, она уже отошла. На сегодняшний день информация больше не ценится. Человек, как владелец этой информации, который раньше мог зарабатывать авторитет знаниями, о том, что он владеет какими-то данными, сегодня бесценен, потому что любую информацию можно найти в интернете. Она всегда под рукой, у тебя всегда есть Google, и ты можешь найти любую информацию по любому поводу, начиная от ученика, заканчивая там политиками, экспертами и так далее. И на сегодняшний день начали цениться другие вещи, как то поступки, наверное. Но когда мы говорим о медиа, об освещении, об информационной подаче, то, что сегодня контент, насыщение, содержание продуктов медиа, оно превратилось вот в то, о чем ты только что сказал, что это джинса, это скрытая реклама, которая рассказывает о том, как чиновники, госслужащие отчитываются и ратуют за то, как они выполняют свои прямые обязанности. И чаще всего в роли свадебных генералов, людей, которые разрезают ленточки, действительно. Но по-другому сейчас не может быть, потому что мы не воспитали потребителя информации. Она не ценна. И в иерархии ценностей читателя, зрителя, она не является чем-то важным и нужным, за что нужно платить. Я бы хотела привести пример российского сайта Snop.ru, который публикует очень увлекательные публицистические материалы разных людей, экспертов, лидеров мнений. И подписка на то, чтобы там, писать комментарии, обсуждать, участвовать в обсуждениях, такой вход в клуб, такая клубная карта, она стоит 25 тысяч рублей в месяц. Это $435, либо 1500 гривен, чтобы было понятно. Ну, солидная сумма. Кто из потребителей информации, допустим, в Николаеве, причем они не нацелены только на русского там, читателя или украинского, они нацелены на любого читателя, на любом, который говорит, читает на русском языке, но может быть, жить в любой стране. Ему будет интересно это обсуждать, потому что очень широкий обзор их материалов. Я думаю, что в Николаеве, например, если взять, возможно, и есть какие-то единицы людей, которые имеют подписку на СНОП. Это очень рейтинговое издание. Но я очень сомневаюсь, потому что правильно ты говоришь, что платить
газетчикам платить, интернетчикам платить, любым медийщикам должны их потребители. И они должны диктовать условия, что они хотят читать, что они хотят смотреть, что они хотят слушать. Для этого они должны оформлять подписки, для этого они должны, по сути, содержать редакцию и платить зарплату журналистам. Но так как этого не происходит, приходится искать другие пути. И, в частности, рекламодатели тоже на сегодняшний день редко видят. Мы видим, что у нас с бигбордами происходит. Да? Рекламодатель будет рекламировать интернет-сайт на бигборде, хотя ну, конверсия этого совершенно минимальная. Но он не пойдет платить СМИ. И из-за этого, безусловно, приходится выкручиваться такими способами, к размещению джинсы о политиках и том, что совершенно, наверное, даже неинтересно ну, читать. На самом деле, Лен, понимаешь, вот у меня двойственное чувство по поводу вот тех сентенций, которые особенно касаемо одной. Это потребитель должен определять информационную политику, голосуя гривной. Да? Но с другой стороны, если мы пришли, соответственно, к выводу, что потребитель не готов платить по какой-то причине, то ли по причине, ну, скажем, квази-бедности, да, потому что у нас вот времена, ну, в принципе, не богатые всегда были, да, но были лучше, хуже, взлеты немножко, падения, ну, в течение вот 25 лет, да, этих независимостей. Но, тем не менее, ни в один период потребитель не готов был платить за информацию, ну, вот в полном объеме. В принципе, в Украине. Ну, может быть, в столице, да, там денег немножко побольше, а в провинции, и в Николаево в частности, не готовы были платить. То есть у нас, если брать, например, газеты, ну, вот старые еще газеты, там «Южную правду», там, да, которая там 80 лет исполнилась, то из поколения в поколение подписку оформляли, там, ну, как бы это привычка просто, да, можно к привычке отнести. Там газету там «Вечерний Николаев», например, подписывали и подписывают, потому что там появляется, ну, скажем, не то, что появляется, а находится информация, касаемая каких-то официозов, да, официальных городских там релизов, назовем это так. А все остальное очень относительно. И я себе представляю, что наш провинциальный читатель, зритель, слушатель, да, смог бы предложить, что бы ему хотелось, вот сегодня. На самом деле это ну, не очень хорошая картинка. Почему? Потому что ну, ведь можно отследить, например, на примере тех же интернет-сайтов, что больше всего читают те люди, которые заходят на сайты. Да? Там же есть счетчики стоят, ну, количество посещений. Какие новости читают, какая проблематика, тематика новостей больше всего привлекает, не волнует, но привлекает читателей. И мы придем к очень неутешительным выводам на самом деле. Потому что, и вот интернет-сайты, кстати, в частности николаевские, они в тренде в этом. Они как бы дают то, что якобы нужно потребителю. То есть они смотрят, ага, вот, допустим, новостная лента, там какая-то авария, убийство, война на Востоке, там какие-то вот такие будоражащие психику вещи, да, они пользуются ну, просто ну, сумасшедшим спросом, если можно так выразиться, да, и под это и подстраивается вся информационная политика изданий. И получается, что процентов 80, а то и больше, идет совершенно негативное влияние информационное на человека. На читателя, да? Читатель же, в свою очередь, воспринимает это как картину мира. То есть получается некий замкнутый круг. Вот, ну, это я так вижу. Может быть, у тебя есть другое мнение, пожалуйста. Но, к сожалению, ценность безопасности, потребность безопасности – это базовая потребность человека, и на ней проще всего играть. Естественно, человек будет читать об этом. И если политик будет говорить о том, что завтра сюда придут, там, я не знаю, не будем говорить, кто не будем скатываться в определенных политиков, и угрожать человеку, что это будет там, это придет в твой дом, твоим близким, человек поверит ему. Если будет кто угодно говорить на языке потребности безопасности, это то, что всегда будет читаться. Но это не является догмой. Да, но человек не диктует своей потребностью в безопасности политику новостей.
Потому что точно так же люди читают, допустим, если мы возьмем издание национальное, человек читает же не только, допустим, в интернете там николаевские издания, он читает все украинские. И он может смотреть на Эдми, том же, например, там какие-то лайфхаки, о том, что-то развлекательное, что-то очень легкое, что-то не напрягающее, и то, что не является, не несет в себе какой-то глубинной ценности, каких-то знаний. Но при этом он будет рассматривать ДТП на местном сайте, потому что есть понятие трупа километров. Да, в журналистике это основополагающее понятие, потому что смерть 10 тысяч эфиопских детей от голода будет беспокоить тебя гораздо меньше, чем смерть твоего соседа или убийство твоего соседа. Ты будешь об этом больше читать, ты будешь на это больше смотреть. Поэтому, безусловно, политика местных изданий, она диктуется гиперлокальностью, и, наверное, должна диктоваться гиперлокальностью. И выбивать вот такие вещи, как ДТП там и такие жуткие, страшные какие-то происшествия, можно только тем, когда ты пойдешь на публичное мероприятие и будешь фотографировать портреты людей, детей, которые приходят на этот праздник. Когда ты будешь писать о женщине или там мужчине, который вырастил прекрасный палисадник лучшим в этом городе. Когда и он принесет эту информацию своим друзьям, своим родственникам, своим соседям. Писать о каждом в частности и подчеркивать хорошее, что-то действительно важное, что-то действительно приятное. И, но это тяжело. Это тяжело, потому что нужно общаться с людьми, нужно выходить в поле, нужно работать в поле. Это гораздо больше объем информации тебе нужно перелопатить и подготовить. И получишь ли ты нужный эффект от этого, гораздо проще поставить ДТП. Гораздо проще поставить убийство, расследование, взять сводку милицейскую, взять пару комментариев. Тем более сейчас, когда, наверное, в Украине потребность безопасности, она сегодня у нас просто мигает таким алармом, знаешь, что очень, это самое важное, что сегодня мы видим для себя. Говорить сегодня об изменении ценностей и об изменении контента медиа, к сожалению, не приходится. Говорить о том, что они сегодня могут зарабатывать на чем-то другом, вот в данный момент это невозможно, ты правильно говоришь, цикл замкнулся. Но воспитывать своего потребителя, воспитывать своего читателя, к сожалению, все, что с нами не происходит, всегда виноваты мы сами. Возвращаясь к российскому вопросу, если можно так выразиться, мы говорили о журнале «Сноб», да, значит, в России есть такой известный, там, во всяком случае, известный журналист Игорь Яковенко. Он нейтральный совершенно человек, не относящийся ни к каким политическим там лагерям, ни за, ни против. Поэтому, к его определенному мнению интересно прислушаться и присмотреться. Так вот, этот журналист Игорь Яковенко еще лет 10 назад придумал и ввел в оборот такой термин, который называется медиафрения. Вот я хочу тебя спросить, прослушав вот это определение этого термина, не кажется ли тебе, что у нас начинает происходить нечто похожее? Мне кажется, проассоциировала это с понятием «окно Овертона», только непосредственно в медиа-плоскости, потому что на самом деле разрушение ценностей, расширение того, что допустимо, что недопустимо, это вот как раз то самое окошко Овертона. И да, это происходит у нас, и происходит последние 3 года. Вот особенно усиленно, потому что каждый из нас, не хотелось говорить на какие-то такие моменты, но эти страницы истории, наверное, мы не можем вычеркнуть. И то, что происходило на Майдане в 2013 году, когда случились первые смерти, какой это был шок. Каждый из нас, наверное, был обескуражен происходящими событиями. И это не укладывалось в голове. Невозможно было смотреть прямые эфиры, да, там, не говоря уже там, о присутствии. Но с каждым днем, когда увеличивалось количество погибших, и как мы сегодня слышим количество наших потерь на востоке Украины, мы привыкли к этой информации, она для нас не является шокирующей. После нее не хочется там, на полчаса уйти в себя, сидеть и размышлять над происходящими событиями. Да, это превратилось в некий фон. Да, мы просто привыкли к тому, что происходит. А ценность человеческой жизни на самом деле не изменилась. Она как была такой, такая она и осталась. Изменилось наше восприятие этому. То же самое мы говорим о новостях, о политиках, о поступках людей. Потому что я говорю, что, на мой взгляд, информация сегодня потеряла свою ценность.
ценность приобрели поступки. Если сравнивать медиа, я очень люблю это сравнение, если мы говорим о героях каких-то публикаций, то к ним нужно относиться, как женщина относится к мужчине. Нужно закрыть уши и не слушать то, что он говорит, а нужно открыть глаза и посмотреть на то, что он делает. И ты поймешь, что на самом деле он к тебе испытывает и на самом деле, что он хочет для тебя, чего он хочет. Точно так же можем говорить сегодня о всех героях публикаций. Мы читаем о том, что они говорят. Мы читаем их мнение, мы читаем их позиции. Да, безусловно, это важно знать. И любой публичный человек обязан говорить с медиа для того, чтобы люди его хоть немножко понимали. Но гораздо важнее поступать на то, что, во что превратилось сегодняшнее медиапространство. Люди не спрашивают с героев публикаций больших каких-то широких жестов, каких-то серьезных подвигов и решений глобальных проблем. Все обесценилось, это превратилось в бисер. И поэтому, да, сегодня разрезание ленточки, это может занять полосу. Кстати, да, об обесценивании, да, вот совершенно в точку. Потому что, ну, опять же, если брать вот этот вот отрезок нашей жизни трехгодичный, да, последний, то кроме того, что, о чем ты упомянула, о фоне, да, вот потери человеческих жизней там на Востоке и так далее. Вот если вспомнить о волонтерском, например, движении, да, это тоже, ну, такой был подъем, помогали армии, ну, после Майдана, да, период и так далее. И оно, насколько оно сузилось. И сейчас, ну, крайне редко можно встретить где-то, ну, скажем, в публикациях каких-то, да, вот какие-то вот материалы о неких таких волонтерских подвигах, да, хотя они реально были, и, ну, они были. И это тоже превратилось в некий фон, то есть люди перестали реагировать. Ну, есть волонтеры, хорошо, нет, ну, значит, государство поможет, ну, и так далее, и так далее. Когда мы говорим о том, что чиновники не хотят общаться со СМИ, госслужащие не хотят общаться со СМИ, бюджетники, хотя их обязывает закон. Но все научились такой фразе «пишите информационный запрос», на который они имеют там 10 дней ответить. И теперь, да, это в рамках закона. Да, я не буду отвечать вам, никакие комментарии давать не буду, или ждите пресс-конференцию, пишите запрос. Чиновники привыкли, вот они воспитаны этими медиа, разбалованы до такой степени, что они знают, что они могут заключить договор, размещать информацию в своих интересах, а не в интересах потребителя информации, рассказывать о том, какие они прекрасные, как они разрезают ленточки, что они хорошего думают, но при этом не отвечать на вопросы, которые задают журналисты. Ведь журналисты на самом деле это есть те цензоры, которые задают нужные вопросы. И да, они ставят в неловкое положение чиновников, госслужащих, которые не хотят собирать пресс-конференции, не хотят отвечать на неудобные вопросы, потому что это где-то некрасиво, где-то они чувствуют себя непрофессионалами, где-то они понимают, что не дорабатывают, и это будет очень бледно смотреться в медиа-изданиях. Они не хотят бледно смотреться. Но, к сожалению, вот этих журналистов, которые требуют пресс-конференции, которые разбираются в теме, что немаловажно, которые владеют информацией из разных источников, которые имеют в голове полную картину, которые могут задавать вопросы такие, которые действительно помогут развязать этот клубочек запутанный, непонятный для читателя. Их очень мало в нашем городе. Поэтому хотелось бы, чтобы в журналистику приходили фанатики. Вот мне искренне хочется видеть людей, там, молодых людей с горящими глазами, с пламенными сердцами, для которых важно и нужно выезжать в любое время суток, потому что журналистика – это образ жизни, это не профессия, это не работа. Это 24/7 ты обязан быть в струе, ты постоянно крутишься в этой мясорубке, если ты на 2 дня уезжаешь отдыхать, ты возвращаешься, ты понимаешь, что ты полжизни пропустил. Выпадаешь из тренда, да? Да, ты уже ничего не понимаешь. Хотелось бы видеть вот таких фанатиков, но, к сожалению, кадровый голод, он, это просто какая-то чума, наверное, 21 века. Тогда мы возвращаемся к тому вопросу, вернее, не то чтобы возвращаемся, мы вокруг него все время крутимся, а могут ли, ну вот в частности в Николаеве, существовать абсолютно независимые средства массовой информации? Я не имею в виду только там газеты или телеканалы, вот в целом, в принципе. Могут. Могут. А за счет чего? За счет рекламы. Если, так.
И за счет... Ну, а достаточно ли в Николаеве рекламы для того, чтобы окупить, например, ну, даже какую-то минимальную редакцию какого-то интернет-издания? Достаточно. Позволю себе напомнить, извини, Лен, что еще на, если я не ошибаюсь, на декабрь прошлого года по достаточно достоверной информации только в Николаеве существовали порядка 40 информационных сайтов. Только в Николаеве. А ведь мы можем только по пальцам пересчитать те, которые мы, ну, вот на виду, на слуху, на чтении, да, читабельные. А все остальные, это что? Там ведь хотя бы один-два человека все равно что-то делают. Да. Не фанатики. Неважно, кто эти сайты регистрирует или просто открывают там, да, для чего-то они нужны. И где брать вот этих людей-фанатиков, если, ну, зачем быть фанатиком, когда можно пойти и вот на какой-то сайтик вообще непонятно вообще для чего и для кого создан и под что, да, вот за какую-то там среднюю очень зарплату какую-то ерунду там писать или там брать чужую информацию там и так далее, вот, и не беспокоиться, и это тоже будет считаться неким средством массовой информации. Не ходим ли мы по кругу? Таким образом. Дело в том, что 40 сайтов у нас созданы также по той причине, что на сегодняшний день публичные люди, политики создают эти сайты, потому что они не могут размещаться. Потому что даже если человек делает что-то очень важное, хорошее, приходит в СМИ, ему выставляют счет. Безусловно, платить всем и каждому. А более того, у нас еще есть другая форма коммуникации прессы. Если ты не размещаешь информацию за деньги, какой ты хороший, мы будем бесплатно писать, какой ты плохой. И рано или поздно это, скажем так, такой терроризм журналистки, который заставляет публичных людей, политиков приходить с обращением. Есть термин даже медиатерроризм. Да, ну да, вот есть. В Николаеве он есть точно так же. Но тем не менее у нас есть издания, которые не принадлежат людям, связанным ни с политикой, ни с коммерцией, ни с крупным бизнесом. И один из самых рейтинговых сайтов, наверное, самый рейтинговый сайт, я не знаю, можно ли называть их, преступности.нет. По опросам социологическим он лидирует в количестве просмотров, откуда люди получают информацию. Они называют одним из первых из тех, кто получает через интернет-издание, преступности.нет. Так вот, владельцы этого сайта, они действительно не связаны с политикой, ни с одной политической силой, ни с одним крупным промышленным бизнесом каким-то или чем-то таким. И да, наверное, это тот случай, когда можно находить людей. И да, у них тоже есть кадровый голод. И да, у них тоже на сегодняшний день мы видим объявление о наборе людей. Но они пытаются создавать какие-то новые проекты. У них уже на сегодняшний день там три подструктуры, наверное, того, что они начинались. Да? Да, субпроекты. Они постоянно что-то пытаются генерировать. Но, к сожалению, даже к ним не стоит очередь из тех молодых людей, которые бы просились работать, старались нас, бы. Смотри, Лен, у нас три, если я не ошибаюсь, три учебных заведения выпускают журналистов. Совершенно верно. Да? А где они все? Они работают аниматорами. Прекрасно, прекрасно. То есть аниматоры-мультипликаторы. Да, к сожалению, очень многие... Я сама заканчивала два журфака в двух институтах. И сказать, что я на пальцах могу пересчитать тех людей, которые остались в журналистике. Из моих коллег, там, 10 лет назад, которые заканчивали университет. Поэтому то, что касается сегодняшних студентов, ну, профессия, наверное, сегодня очень мало дает. Сегодня очень мало звезд воспитывает профессия. И когда мы видим такие примеры, как на том же там, сайте ставили в пример Соню Кошкину и Мустафу Наема, и теперь там Мустафа Наем и Сергей Лещенко – это народные депутаты от провластной партии. Ну, наверное, как-то падает мнение о профессии. И те люди, которые говорили, что вот они идут двигать горы, ну, не стали такими, о которых они заявляли. Потому что нельзя смешивать церковь, нельзя смешивать с властью. Ну, до Мустафы и Сергея Лещенко был еще Андрей Шевченко. Да. То есть были прецеденты, когда журналисты уходили в политику и растворялись просто в политике, становились, ну, скажем так, они не становились хорошими политиками, но прекращали быть хорошими журналистами. Да, мотив власти он портит. Совершенно верно. Но ну, других примеров есть. И их достаточно. Закончим на этом нашу сегодняшнюю программу. Очень, очень хорошая, интересная беседа. Я думаю, что многим нашим зрителям
будет о чем подумать, о чем поанализировать и сделать правильные выводы для себя. Дякую за участь в программе. Олена Бережна. З вами був Ігор Пох. До зустрічі.